А кто я, чек у нас? Математика, да, вас, сына? Математика. Папа у Васи силен математики. Вот с утра, видите, и не проехать. У них даже эти мешки сдулись в машине, видите, автобус. Невозможно же проехать сейчас автобусу. И машины убрать нельзя. Видать, ждут. Полисай. Ждут. Ой, господи. Ой, девочки, на улице дождь, а у меня нарцисс. Смотрите. И с той стороны столько нарциссов. Все, капец всем моим окнам. Намыло. Намыло, хоть эти не выставила. Цветочки не выставила. Цикламены тоже отцветают. Дождь на улице, ребят. Такая хорошая погода уже была, опять дождь. Что такое? Ребят, вот хочу вам показать, где найти. Часто вопросы спрашивают, есть ли у тебя такое-то видео или такое-то видео. Вот смотрите. Вот я зашла на свой канал, да, Татьяна Обухова. Это главная страница, она с Айфа по-турецки. Так как у меня же турецкая, я же из Турции вам вещаю, поэтому у меня здесь, естественно, по-турецки написано. Видео, вот это написано, Ойнат Малистелери, это плейлисты по-русски будут. У вас вот здесь вот написано будут плейлисты. Вот на плейлисты, третья вот, видите, третья вот сюда нажмете и выйдут. Вот как я ходила с сыном в магазин, допустим, несколько, 8 видео. Вот здесь всевозможные разные видео. Вот здесь вот. Вот смотрите. Вот здесь вот видео за 19-й год. Видите, за 20-й год. Вот турецкие десерты. Здесь влоги есть. Здесь видео за 21-й год собираю я. Вот здесь всякие истории есть. Моя правда. Вот за 18-й год. Здесь есть видео, как мы ходили на остров, отмечали 9 мая, встречали все русскоговорящие, кто живет в Стамбуле, на этот праздник посещали. У нас есть лидер общества нашего русского Рима Ризаева, она организатор вот этого мероприятия 9 мая, День Победы. Вот мы ходили. Вот это вот видео «Музыка в нашей семье». Вот здесь вот есть, про Рахмана я вам рассказывала, помните, вот на стриме. Здесь всевозможные, всевозможные. Вот турецкая кухня, турецкие, видите, рецепты всевозможные здесь найдете. Вот здесь есть достопримечательности, здесь есть. Здесь вот ночью, когда не было никакого комендантского часа, мы ездили с мужем, снимали в Чангиркёй этот кокарач вам снимали. Вот турецкая моя свекровь, здесь есть видео. Здесь дети готовят, муж готовит, всевозможные всякие рецепты. Вот здесь не туристический Стамбул, вот здесь можете посмотреть соседи у моей турецкой свекрови. И муж, там родственники мелькают. В общем, здесь есть что посмотреть. Вот здесь вот одежда, вот здесь баба, здесь Ане, баба Джим, Ане Джим, короче, свекры. Здесь вот как мы комету искали. В общем, всевозможные, всевозможные здесь... Чего только. Все. С 26 апреля 2018 года существует мой канал. Все, девочки. Вот здесь вся информация. Где мне найти в соцсетях? Вот здесь вот можно посмотреть. Соцсети мои. Либо вот здесь вот есть соцсети, контакты. Под каждым видео всегда у меня есть... Есть у меня под каждым видео... Вот, допустим... Да? Вот на этом видео нажму. Вот смотрите. Под каждым видео вот здесь оформление всегда есть. Во-первых, можно по минутам, я всегда распределяю, что имеется. Вот что в этом видео. По минутам я распределяю. Потом здесь информация обо мне, о канале. И вот некоторые ссылочки я даю на некоторые видео, на некоторые плейлисты. Все. И также под каждым видео есть информация, вот да, здесь, если вы нажмете, где меня можно найти в соцсетях. В Инстаграме я тоже имеются. Вот так вот, девочки, можно посмотреть. Вот и кипит, девочки, у нас. Работа кипит, 4 руки. Блины замешиваю. Айденчик курицу жарит.
Чурба сделала. Тут у нас картабалет. А? Перевернуть надо, да? Сейчас перевернем, девочки. Мальчики. Вкуснятина какая. Все. Все? Эта приправка не нужна? Все устанется. Правильно. Одна еще осталась, ее надо тоже. Что-то. Бургеры делают с курицей. С курицей. А я блинчики, девочки, делаю. Блинчики замесила. Сейчас Айденчик уйдет, я буду жарить блинчики. Октайчику чорба, курочка, салатик. Сельдерей я сделала. Вот салатик с сельдереем. Еще у меня мусор стоит. И салатики тут есть. Есть, в общем, все, что покушать, есть. Покушать есть, да, сын? Мальчишка готовит. Готовит. Интересно, хочешь одну песню спеть, а выходит другая. Ну, четыре руки сейчас. Сделаем все. Машинку. Ты вот это дай тарелку. Все, девочки, блинчики буду делать. Покажу. Ребята, Абита для Октайчика тоже сделал. А я думаю, а сейчас вот Айденчик-то себя накормит, а Октайчика надо кормить. Прихожу, а Октайчик кушает, сидит, да? А Октайчик кушает тоже. Ой, а я даже не видела. Чурба налить, да? Давай тарелку налить. Давай чурба налить. Маленький нету. Маленький нету, есть большой. Джунга. Джунга. Давай блинки. Давай блинки. Еще, говорит, не съел. Еще, говорит, не закончил. А ты спрашивает, ты еще будешь? Тайчик говорит, нет, еще я не съем. А ты, сынок, хочешь? Ой, не надо чурба. Ну ничего, купи назад. Та-ра-ра. Та-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. А сельдерей не салат? Там еще одна осталась. Вот как? Отрежь.
сегодня. Да, да. Вообще надо почистить вот этот творог. Если попадется еще, не пожалею. Куплю. И на время долго выходит. Служит долго. Срок годности большой. Хорошая сковородочка. Спицу дольем. Девочки, такой вкусный салатик. На блюдку. Я мусор собираю, чтобы выбросить. Чтобы не болтался. Мусор. Все. Девочки, шарим. Жарим. Не знаю, получится с вами перевернуть. Нет. Давайте попробуем. Иногда получается, иногда нет. Ну, хороший. Оп. Хороший блинчик. Хороший, девочки, блинчик. Ну, вот моя рука вот здесь. Хороший. Вот эта сковородка. Выкинуть ее надо, девочки, уже. Сковородку дает. Ну, жалко. Нет уже. Надо пойти купить сковородки. Видите, из-за сковородки вот так вот надо аккуратность. Не получается сейчас я без вас. Вот, девочки, если здесь, видите, как легко. Все-таки сковорода имеет большое значение. Подгорела, потому что пока вас брала. А вот это вот не очень сковорода, видите? Поэтому... И блинки такие вот получаются. С той сковородки и с этой. Есть разница? Есть. Есть разница. На 2 яйца, молочка, кипяточку, соль, сахар. Мука пшеничная, высший сорт, обычная, белая. Давайте снимать буду. Все, девочки, можно перекусить. Блиночки, курочка с сельдерейчиком и мерджемек чурбасы. Вкуснятина, девочки. Мальчиши, мои готовят. Ага. Мамка говорит, идем снимать будешь.